Здание первой городской поликлиники по проспекту Таукихана после капитального ремонта не узнать. Все новое, от кровли до пола. Помпезного открытия в связи с пандемией устраивать не стали. Коллектив медучреждения уже вышел на свои прежние рабочие места. Врачи принимают пациентов в обновленных кабинетах. В поликлинике есть своя лаборатория, УЗИ-кабинеты и рентген. Пациент вот этой поликлиники уже давным-давно. Я хочу сказать про обслугу. Несмотря на то, что здесь персонал, большинство молодых людей, медсестер, медбратьев, они все, вы знаете, стараются. Сейчас вы видите сами, какая сейчас красивая стала поликлиника. Улучшилась. Но я хочу сказать, пожелать нашим врачам, чтобы не только улучшилась поликлиника, чтобы обслуживание улучшилось, чтобы пациенты уходили отсюда не больными, а здоровыми. Капитальный ремонт первой шымкентской поликлиники удалось завершить в рекордные сроки. Полгода понадобилось подрядной организации. Было потрачено 473 миллиона тенге.